Портуйтесь оттуда, с этого. А надо было на майны зайти, чтобы перекинули. Мне Нет, не не надо, просто нравится. надо сказать Войду. А, ну перекиньте тогда с Феррата на судорогу. Это хуево, конечно. А чего? Ну то надо сейчас отменять и перекидывать. А, ну давай Это, потом. давайте, знаете что, этот, история, ты где? Ты не в рейде? Да тут, Ребят, да, не в рейде. а те, которые хотят, допустим, на мейна, да, ЕПшку, вы Могу заранее условно говорите просто зайти, человеку, так почилить. а пусть воид привяжет, как бы, ну, вашего этого мейна. И... Так я заранее сказал, я что... тоже перед рейдом говорил, но да не перед рейдом, я вот, блядь, 2 минуты назад сказал, мне Навара, ЕП все равно на преста придет. Да потому что ты на присте, я же массово начисляю. Меня... Это этот самый, все вышли, да? Геншин, тебе дал ассист, а поспрашивай, кто пойдет в обычку, кто не пойдет, там, ну, в зависимости от ПР-а, вот, и кому там что нужно. Ну, я на судорогу иду, я же тогда уступил, чтобы в субботу пойти. А, да, заходи. 25 оп, поставь. Поставить? Ребята, если не будет хватать там ДТшника или танка, пишите, ну, в гей-чат. Лингрен пойдет. Ну, либо на замене повесю. Повешу. Че, ностальгия и моя ник вам нужно? В рейд? Ну, я пошел бы. Но у меня кое-какие шмотки ПВП вообще. Это кто говорит? Это Майамик. Ой, так как вообще ЕПГП действует? Сколько чилить хочешь? У тебя варфул ПВП. Ну просто вместе считается и все. Нет, ты не будешь чилить, извини. А, типа и туда, да, накидывается? Ну, если... Ну, типа, связанные персы, ну вот, они вдвоем как один считаются и все. Не, это понятно. Ну, короче, хоть я зайду, да, за твина, хоть зайду за мейна, короче, одно и то же будет не добавляться. Ну, добавляться типа, будет на мейна, короче. И все считаться, типа, и за шмот, и за все то, что и Пшку, и КПшку. Ну, конечно, все вместе будет считаться. Ну, короче, ты даже если одному накидываешь, у другого то же самое, да, происходит. Это что, вы чилить пошли все вот эти 6-8? Не, я бы сходил, если есть место. Надо это. Рарника надо точно, блять, палов нету, нихуя. Рарник, тебе надо идти. А я, вот, ты смотри, а, Рарник рейд, да? А, Лингрен, короче, если что, на замене танк либо Редрик. Ну вот это. Я бы, конечно, тебя взял танком. Че там, кто почилить хочет? И по если есть танки, вот смотри, у тебя хукмастер есть танк, если он будет танчить, то я лучше почилю. Пусть лучше люди, те, о, кому я придумал, ты на шмана заходи, у нас 4 хила всего лишь. Я не могу на шмана зайти, я же вам в первом ряду. Блять, там КД у тебя. А, я смотри, вот у меня есть охуенная идея. Ты заходишь на холипалы и хилы не страдают без холипала. Ну, я могу на холипал зайти. Кто-кто? Я могу... Не люблю щиты просто. Ну, он у меня не гильдия, я его достал от гильдии. Но могу, в принципе, на него зайти. Похилить. Ну, это не решит проблему, это надо будет 5-го хила все равно. Ну, он Геншин. Вперед. Я не хочу. Я просто хочу, чтобы у нас, ну, люди ну, от тебе, тебя одевали. Тебе не надо на всех боссах ДЦ, ты с рука точно можешь подамажить. Потом... Ну да, одного босса сейчас пойду дамажить, остальных, блядь, хилить. Ну, так а там и гнилого захилят. И тухлого захилит он с гимнов на хп сколько. Давай, надо. Не, ну если я пойду... Не, ну я-то могу нахуй, но я не знаю, что будет с этим питгом 2000 в хиле. Че, вот эти точно Нет. чилят, да? Так, моя микровист, ностальгия. Хиле это жестко будет, лучше в танке тогда. Да. Здорово. 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 Блять, надо как-то быстрее нахуй. Оф-танк мне нужен. Ну, кого-то убрать из миликов. Вот какого-нибудь ДКшника, который почилить хочет. А, ну хорошо. Этот. Ну вот ностальгия хочет, получается, да, в рейд?
Вот, ему слот надо. И надо мне оф танк Лингрен. Чтобы я был уверен, что... Подожди, у тебя же есть хукмастер, который танчит. Ну, хукмастер он может танчить, потому что я его прошу. Но так-то он ДД. Нет, я просто имею в виду, если человеку нужен шмот. Мне, допустим, с 25-ки обычки вообще ничего не так надо. Так мне-то кроме... тоже, мне-то тоже не надо, надо просто пронести рейс. Ты РЛ, понимаешь? Тебе это надо. Понятно. Это... Вот, если хукмастеру ничего не надо, как бы, блядь, там, или еще кому-нибудь, пусть он потанчит, почему бы и нет. В чем проблема, я не понимаю. Просто я его по КД прошу танчить, он и подамажить хочет. Он так-то... Не, он танчит только из-за того, что я его прошу. Я понял тебя. Если он хочет помочь, или ЕПшку, он может вообще почилить, но посидеть. Ну, он написал, что потанчит. А, все, он потанчит. Ну, все, тогда все. Просто я говорю, мне шмотка вообще с 25 обычки не нужна. Кто? Я просто могу помочь. Вот ладно, тогда если что, на подстраховке будешь. Я буду. Ладно, три хила это заебись. Пала нету. Этот, кто уступит слот с миликов? 6 ДКшников. Ну, кроме меня, конечно. Нет, Рарник. Ну ты ретрик, блядь, ретриков нет нихуя. Вот Invisible. Давай ностальгию возьмем. Ну там что-то по шмоту надо было. Invisible есть еще на подстраховочке тогда, да? Ну а насчет хэпала, слушай, я не знаю. Биддон, Оджи, в принципе, два хороших. Хилогеншин хороший. Я думаю, не должны проебать нас. На Синдре. Она с точечным захилом, с подниманием одной цели будут проблемы. Ну, это понимание одной цели. Вот, допустим, Оджи, он в этом понимает, да, Оджи? Быстрое восстановление каскады. Я говорю, поднимание. Ну, поднимание, да. Мы не поднимем нахуй танков. Да нет, там можно поднять, просто это, ну, вдвоем-втроем надо одновременно поднимать. Там все поднимается. А ну, конечно, понятно, что не по 30 тысяч хилка идет. А, да, блядь, там ни у кого нахуй по 30, даже, блядь, у паладина нету нахуй. Без бафов. Ну, по 20. Вы сейчас целка обычка идете? Да, да. Все, пошли трэш. Слушай, ну это посмотрим. Давай дойдем уже, блядь. Нет, ты здесь вот, как говорится, сам регулируй, потому что замена есть как минимум 4-5 человек. Только хэпалов нету на замене, блядь. А, хэпалов, да. Ты же шрависта, у тебя хэпала нет? Или у тебя КД? Он на 8 боссов пойдет собирать целка за осколками. Палом, что ли? Не-не-не, ну, сейчас он будет собирать, поэтому он не может. Ага. Да ёбаный в рот, есть там что-то напулить? Это. Второй танк где? Не знаю. Рога, иди ловушки снимай. Они уже сняты, бро. Так, ладно. Удачи. Видишь, долбоебов поймал. Ходит слева. Что-то холодновато, сука, минус 30-ка нахуй. Фига, у тебя там температурка. Бля, у меня так же, прикинь. Мне тоже метель. Метель это вообще жестко, нахуй. Не, метели это вообще. Я бабан отходил, там пиздец. Ебало. Даже мне кажется, нахуй 5 метров в секунду, это тоже жесть, нахуй, когда 30, минус 30. Меня, блядь, топят, пиздец. На улице минус 30, у нас дома окна открытые, сидим, блядь, жарко. Повезло. Коконы. Ребят, в один пак. Под миликов. Все хилы, РДД. Так, смотрите, у вас, короче, начнется с первого босса, короче, 10 часов. А, точнее, если быть по 18 по МСК. В пол первого ночи. Ой. Блять. Это жестко.
Да за 2 часа можно ебануть нахуй. Не, можно и за 2 часа. Ну как бы, блядь, ну, по... если по меркам нахуй. Типа второго рейда, то как минимум, ну, на часик запоздаете. Да. Ни хера подобно, прошлый ЦУК 25 за 2.30 почти закрыли. Да, ну, тут, по-моему, рейд посильнее. Это второй рейд. Первый рейд, ну, возможно, да, я не спорю. Я просто первый рейд, прикинь, нахуй, мы 2 часа почти ночью закончили. Ну, по сибирскому. По МСК это 22.00. Вот и накинь ГПО, ЕП на замену. Пожалуйста. А ты где был? А вы когда уже убивали его, я, блядь, этот, Ноктюригона, он пошел убивать. Но все это время слушал всю хуйню эту. Ну, сейчас вам пока занят. Это на ПЭСа за этого, за Гульмагика? Да. Если нужно ЦВК, то готов идти. Ага, ну тут пока фул. Там если вдруг кто сломается, блядь, я подвис. Сука. Ты прыгаешь, ты не подвис. Я вижу. Оп, а теперь вижу, что подвис. Так моментально, короче, у моба пол хп, хуякси, нету хп. Ой, а у тебя на компе, короче, HDD стоит, что ли? И такой, и такой. А, SSD тоже стоит? Да. Иди. Ты, блядь, этот, Вовку, нахуй, перекинь на SSD. Так она у меня на SSD и есть. А что так лагает? Ну, это не от SSD-шника зависит. Это сервак. Блин, у меня тоже лагает. Ребят, понятно, потому что много у кого лагает. Это, блядь, не только у вас, у всех лагает. Ну, блядь, как у него, нахуй, я смотрю, сколько стримов, нахуй, ни у кого не лагает. У меня даже не лагает. Нахуй. Так у него просто FPS нету и все. Лава, сколько у тебя сейчас задержка? 624. Ну, у меня 372. Это от интернета зависит. При том, что у меня ее никогда не было, этой задержки. Может, интернет? Сервак может что дрочит. Задержка это интернет, FPS это компьютер. Может интернет забейте, надо. У меня задержка 90, а лагает как будто 600. У всех разом интернет хреновый стал, что у всех МС. Не, возможно, так это от провайдера все зависит, либо от системы своей. А ничего, что я вообще в другой стране живу. Я не в России, я не в Украине, я в Узбекистане живу. Да, вообще по барабану. Сколько у тебя МСК? Сейчас 506. 506, вот где ты живешь? Ну? На отшибе, правильно? Чего-чего? На отшибе, говорю, живешь. Ну, я в городе живу, не на отшибе. Ну, я имею в виду от сервера на отшибе. Ну, от сервера, может... наверное. Сервера далеко вот, надо. Чем дальше от сервера, тем больше, типа... А где он, где-то в Сибири, что ли, стоит? Этот рарник спекнись в третьего, нахуй, чтобы мы не проебались. Насчет стоять сервера, я не знаю, где он стоит. Вы говорили, в Нидерландах, что ли? Короче, Геншина нету и не Кроника, блядь. Это хуёво. Подождите пару секунд, можешь вернуться. Лаки на Сумоне. Вон человек спрашивает Энола, а где сервер в МСК стоит? Да без понятия, я сам не знаю. В Нидерландах он стоит. В Нидерландах? Да. Нидерланды? Так что получается у всех почти, блядь, пинг зашел. Осуждаю, на всякий случай. Не осуждай, но Нидерланды. Нидерланды, нахуй. Осуждаю. А то не на тебя в суд подадут. Сука, Давакин, принимай сумон, блядь. Тут все осуждаю уже. Осуждаю осужденного. Я сам оттуда. Я сам с Нидерландов. Даю отчет. Помните, да, там в лужах нельзя стоять? Кастер ауру. Не, Инол, ты только на груле считываешь. Это остальные пати. Сейчас считаю первую, вторую. Да, потому что они там лутают.
основной дамаг. А тут ты, Янола, считаешь первую и вторую, потому что это милики, они пожирнее, они дольше вздыхают. Отдай босса. Там... Здесь нет смысла считывать до Виктора. Войда лагает, я стрим смотрю, вообще прям лаги дикие. Тебе мой стрим включить? Не надо. Вы вдалеке разбейте. Смотрите, если лужа через рейд пойдет, с нее выходите. Вот она пошла через рейд, смотри, вот, вроде вышли. Вихрь костей кастуется. Было как-то на циркуле у нас. Вроде, сука, вот сколько играли, блядь, все заебись прям, ну не было никогда таких лагов. И был момент, ну, стали появляться лаги такие, то ли из-за большого онлайн, то ли из-за чего. Да не, это из-за сервиса чисто. Короче, просто игра вообще прям дико не оптимизирована у них. Они хуй забили, они хотят... Да, сейчас, нет, сейчас наплыв пошел сюда, потому что близы, короче, с Афы... Там что-то натворили и отписку сделали от номера телефона. А, ты имеешь в виду типа двухстороннего антифитера? Да. Я в России типа запретили и в Китае. Сейчас наплыв будет сюда. На Сирус? Да. Ну я хуй знаю. Сирус что здесь о чем? Но... Просто типа закрыли этими игроками. Потому что просто... пиратка сейчас это нормально, да. Не, да это понятно, что они хотят бабу. Короче, сейчас все российские люди, которые играли на официалке, они не смогут там ее продлевать вообще никак. В смысле, они все равно продлевают. Не, там через VPN что ли можно оплачивать. Казахстанская карта и погнал. Два косаря за два месяца просто платят. А типа просто повысили ставку, что ли? Там как-то, я не помню, типа через сторонние платформы они просто за два месяца платят и все, и спокойно играют, что с России, что с Украины. Понятно, короче. Не, я забил на офи, нахуй, еще года 4 или 5 назад, нахуй надо. Я стою в ледяном огне, и мне похуево. Не пиздите, ахилл. Потому хитер. Что это обычка. А Мурхи как сдох, нахуй? А он летел, меня ударил топором. А как ты такой? Весь... А ты огонь? Поебал. Прикинь, с флешем зацепил, он сдох. Чисто отцовского чипала ходал. Да. Чисто шумарно было. Ой, бать, я таких лагов тысячу лет не видел, нахуй. Я вообще завис нахуй. Ебать, на то лежать. Не, я говорю, сервис это вообще, это, блядь, чудо-сервер. Ну, потому что кастом, типа. Было нормально, нахуй. Это я отвечаю, это драктира ввели, это сейчас месяц-месяца-два будет такая звука. Да. Потом пока... Я говорю, блядь, если на топовом железе ебашишь, нахуй, то лагает. Я, блядь, нахуй играю там в Assassin's Creed, блядь, Valhalla, нахуй, там 100, блядь, 50 FPS. Assassin. Я тоже проходил. Assassin. Прикольная игруха, мне понравилась. Не, нормально, да, в принципе, замута неплохая. Ну, вот как поймешь, ну, челики спрашивают, новая игра плюс, я такой думаю, нихуя, опять все сундуки заново лутать, нахуй. А, кстати, сейчас по какого там декабря выходит, короче, типа обновление на Ведьмак 3. А, я ебал, это для графодрочеров. Это 14-го, да. Или 16-го, я не помню. Ну, короче, в декабре выходит, короче, новый аддон, типа увеличение графы там или что, улучшение графы. Так что, графодрочеры, добро пожаловать.
А это же на видюху на все влияет, да? Ну, конечно, конечно. Если у тебя, блядь, видюха слабенькая, у тебя будет там, нахуй, меньше, блядь, 50 и 40 FPS. А если, ну, если ты нормально отыграл, то у тебя как минимум, нахуй, 50-60 FPS будет для ММОР. Ой, для РПГ просто. Это прям вообще отлично. Сука, нихуя сова маленькая стоит. Кто это? Злобный? А чё он уменьшенный такой? А ему ноги обрезали. Мини-сова, нахуй. Да. Это как этот анекдот про Дену с Чебурашкой. Ты, короче, рарник слева, мы с хукмастером справа. Будет уничтожен. Зачем ты себе поможет камням? Что-то пизда зависает, я хуй. Что пизда тебе? Блять, каунт КД. А чё, билики, вы не в курсе, да, что к помощникам не подходят? Танки вообще странные. Я вроде себе два помощника забрал, вы подошли сюда, забрали их. Надо было вам других мобов забирать. Вон и туда везти, к тем мобам. Помощников РДД бьют. Вот. Теперь вот будут знать. Теперь уже поздно. Поздно тогда, когда весь рейд упал. Так, первую незыбку дал. Сейчас поставлю. Да, выбеги из рейда со сметкой. Поставил звездочку. Бейте этого. Хукмастер, давай сейчас незыбку. Звездочку первую убивайте. Кто там лежит? Вы покидайте тело и бегите. Она злобный вообще вылетел, блядь. Сейчас замену расчехлим. Замену не надо расчехать. Зачем? Левольвер расчехлим. Ну, шестизарядная, если только. Чисто Валера настало твое время. Знаете, да, это видосик. Шестизарядный Валера? Не, про Валеру. А, про Валеру, так, ну, не знаю, конечно. Было что-то. Так, мудак живет тут. Валера, настало твое время. Ну, самарский. Этот, замена, кто у нас там есть? Замена, я выбираю тебя. В данный момент есть вот это вот ДКшник. Invisible, суманем. Вы ему сразу скажите, что он... Тут инвизибл. Злобный тут, если чё. А, я тебя кикнул уже. Ты вылетел с игры? Я писал то, что залогался. А, ладно, подожди тогда, инвизибл. Не принимай сумму. Блин, а у нас ни одной совы нету, да? Ну да. О. Перелогнулся? Сейчас захожу в игру. А зачем сова? Она же крит дает вроде, или тот еще дает. Пусть будет, блядь. Элем, есть у вас? Это святое. Элема нету. Вадикон не лев? Не, он Энг. А, Энг. Скажешь, как зайдет. А, бля, подожди, у вас же, блядь, РПАЛ. Я зашел, есть. Но еще не отвис. РПАЛ че 5% крита дает, что ли? Нет, блядь. Он дебаф дает. Три по боссу, короче, получается. И кто там еще дает? 3% остается, Аурон дает ретро. А этот дает только сова и Элем, все, больше никто не дает. А, ну да, да. Блять, спекайте кого-нибудь, хули поделал. Без крута-то хуёво, но. Все, блять, шипешники зажаловались, да, я слышу? Я молчу. Я тоже молчу. Не, ну крит-то был, блять.
А чё, куда пропала Солана? Это, тебя ждать, не ждать, мы как бы пулять хотим. У меня мир прогружается сейчас. На том боссе был Сова, а на этом был Сова. Чё, они же прохилят здесь четвером, да? Я хуй знаю. Я, по сути, здесь хилить нехуй не вообще. По факту-то есть, но... Тем более 25 обычки, но... Ну, будь в этом... Да должны, нахуй, там, вон, 3 нормальных хила. Если есть хил, как бы, блядь, спекните, нахуй, одного шамана вылема. Злобный, ну чё там? Ну, пока не прогрузился. Без тебя пулять можно или тебе надо что-то с босса? Напуляйте, мне с леди ничего не надо. Дает что-то. Вот с этого и надо было начинать. Букмастер в кружке. Я с лестницы грипану, иди там. Рарник звездочки. Трэш вышел. О, а что зависло, да? Я повезло. Дец повезло. Она игра нахуй, блядь. А, все пиздано. Говно, сука, админы пиздят. Вот, блядь. Не, это тот, который ливанул, короче, типа, которого ты кикнул. Он написал, нахуй, ребутировал. Ёбаный в рот, блядь, мудаки, сука. Ебать. Мне вот интересно, чего этот ливнул? Зубраджин вообще, просто дичь какая-то, нихуя. А, тоже не понял, почему, блядь, не... предоставил информацию, почему он ливнул. Где он там нет. Есть? Если кому-то написал, вы... Не пробивали, я... может, он в гильдии какой-то другой уже. Ну, давай я попасть. Пробил. Он ливнул и сразу из игры вышел. Не-не, пробил, все, он пока вдруг это не в гильдии. Не, просто, может, кому-то отписывался, там, почему, там, что, кого, нет? Может, вообще перса продал, блядь, или удалил. Ну, так не возможно, возможно. Не, есть некоторые люди, которые качают для того, чтобы продать. Да, есть такое. Ну, если их спалят, конечно, ну, блядь, бан по IP. Придется через VPN ебашить, ну. Вот и Вилаша давно не играл, говорили, блядь, зайдет. Вот он онлайн в игре. Вот сейчас ему напишу в Диси. Ой, блядь, надо в ПМ как-то. Вот что значит не хрен бить без совы. Ну, блядь. Начали бить без совы, всех кикнуло нахрен. А, так это ты виноват, что ли? Ну-ка, ой, дай ему ой, КПшку. Это знаешь, вот это вот всегда вот какую-то залупу вводят гоблинов, нахуй, этих... варгенов, нахуй, вот эту всю хуйню. И всегда вот так вот 2 месяца, месяц будет хуйня, вот это лаги ебаные. Да, потом... блядь, вместо того, чтобы, блядь, вводить вот эту хуйню, лучше бы, блядь, сделали, чтобы серф нормально работал. Да, блядь, в натуре. Всякую залупу, блядь. Я нахуй не спорю. Знает, так у них, видишь, они бабки в карман пихают, они тратят так. Бабки нахуй на железо, блядь. Так говорят, тут уже все лет 10 на сервисе. Да, да. Знаем. Да, сколько я этот сервис знаю, да, так и есть, ну. Люди просто купили, нахуй, потратили бабок, сложились там, нахуй, сделали сервер, нахуй, а тратиться, нахуй, в него не хотят. Нас, хотят блядь, только своей... прибыль с него. Ну, конечно, все так это делают, нахуй. Хотят, чтобы, блядь, бабки, нахуй, к ним лились ручьем. Не, но, с другой стороны, это нормальное, блядь, желание. Ты купил, блядь, не, сервер, я который... Не спорю. Сам по себе работает, деньги приносит, нахуй. Ну, просто там, такой что... лагосервер, люди-то тоже уходят на другие сервера, если он постоянно лагает. Нет, сделайте блядь. Один раз нормально, блин, ё-моё, и все сюда. А какие конкуренции-то нет, нахуй. Да все обратно потом все равно приходят. Куда? Просто. Куда уходить? Да, хорошо, нету других серверов. Конкуренции нету. По контенту тут вообще циркуль, никто блядь. Рядом не стоит. Циркуль вообще помойка, блядь. Я не знаю, нахуй. А циркуль это просто ЛК, вот и все. И вряд сервер уже, да? Да, играть. Да, это кайфово, потому что здесь, короче, и БК, и ЛК, блин. Да, это NX5. Сука, Паша. Вообще не понимаю, как там можно... Да, я здесь только вешу из-за того, что здесь, блядь, и ЛК можно погонять, нахуй, и БК можно погонять, нахуй, как бы, ну, инстинкт. Я вообще зашел, думаю, блядь, поиграем месяцок, нахуй, да, хуй забьем, наверное. Здесь в итоге нахуй, хуяришь блядь. Тут, нахуй, да? Ой, мы тут еще и донатим. Заебал эта игра, нахуй. Лошади оборачиваются. Больше, чем, блядь, 40 FPS. У меня прям просто, блядь, 40 держится. Сервак выше не поднимается.
Я с телефона залетел в диск. Красавец. Заходите, пацаны, заходите. Я сейчас скажу, я с телефона залетел в Вов, у меня 70 FPS, все нормально, блядь. А, вообще. 90, на. Не, говорю, здесь система Сируса такая, что, блядь, им нахуй не надо что-то там оптимизировать. Вот и все. У тебя был анонс о том, что они железо оптимизируют и докупают новое железо. Они купили Intel, который только вышел, и покупают AMD. Да, а те человек, который сказал, я себе, говорит, нахуй сигару взял, нахуй за 200 тысяч, ты поверишь? Блять, ну а нахуя им сидеть и писать фулл анонс на Сергея, ну, если а они пиздят? Ну, а ты как узнаешь, что они, блядь, металл поменяют? Странный ты человек, на самом деле, ну да ладно, похуй. Угу. И о том же. То странно. Ну, по сути, если бы они все поставили новое, так бы сильно нахуй хуйня не лагала. Не, ну это естественно. Они не хотят. Железо в его оптимизации. Вот да, вопрос, нет. Да, а вопросы вам. А что у вас? Пересбор? А, Вов. Ну, вы вспомните, когда ЦЛК открыли, ебануться, может, что произошло. Аж, блядь, да, там же недели две сервера ложились, или три. Да, я не спорю, нахуй, насчет. Это вообще прямо жесть была. Бля, ловушки все обновились. Я говорю об этом, что, блядь, ну, люди хотят, блядь, бабок получить, те, которые сервер этот открыли, но они хотят, блядь, нахуй оптимизировать, чтобы люди не страдали. Вот и все. Они хотят просто бабульки себе в карман. Так, Хукмастер стал злобный, ты заходишь? Пытаюсь. Пытайся. О, нихуя, леди жива, заебись. Сейчас будете убивать. ФПС 9490. Не, сейчас это лагает, подожди. Сейчас. ФПС? Минута 5. Ой, задержка, не ФПС. У меня вообще задержка 0. ФПС 53. Бля, а мы сейчас пока будем бить ее, там эти кощины не придут к нам? Похуй. Нет, сюда не придут. Если придут, мы им пизды дадим. Я просто охренею, бьем, и там орава такая идет. Не, здесь мобы ресуются через 24 часа ровно. Ёбаный в рот, а. То есть, если, например, ты продлил КД Халиона, и ты на следующий день зашел, то у тебя будут мобы реснуты. Да. Угу, нет. Нет. О, Хукмастер зашел. Ну, насчет мобов, блядь, здесь 24 часа, нахуй. СЛК, да. СЛК. Моб, СЛК, окей, да. Но в Халиона не знаю. Не, я имею в виду насчет тех, короче, мобов, которые, за которых дают... Любишь ты. Подушку. Ну, типа мини-боссов. Они не будут треснуть. В любой трэш в резке не реснуться. Похуй, я заебался по одному человеку ждать, нахуй, блядь. Правильно, поехали. Фанатик культа. О, вроде не лагает. Очень приятно. Ребятки, ну вы запомнили, что кто здесь духов словил, мы запомним. И не будем геру брать. Вычислим по IP. Ну, конечно. Нихуя, чё пацана разъебали? А лужа тяжелая. А, это подъебало зашел, наверное. У меня... Не хотят отпиздить. На тебе, блядь. На, нахуй. С Глорой поебало, нахуй. Керу, сресни сразу это, Карипсу. А, ты далеко убежал уже. Ладно, хуй с ним. А, всё, бей, ладно. Вот тебе Горн. Ну теневой удар по-любому это был. Рассекающий. Теневой колун. Так рассекающий, только теневой колун называется. Она тебе культа опять. Сука. Не повезло. Не заходи только под ебало к нему. Он там еще один есть. Нихуя. Авелания сдох. А ты его убил, да, Геншин? Хорош. Наверное, меня не контролили. А вот интересно, вот ностальгия код, Керус код,
они бьют босса, думают, что вихрь не надо кидать. Вот же в дереве и облик не меняет, чтобы кинуть вихрь тоже, да? Вот мне просто интересно. Ну, так и должно быть, как думаете? Он вроде без облика может кидать. А, давай от же резай тогда Виланию. Пускай не лежит, не расслабляет булки. Сейчас придется бить босса дальше. Баф по нему. Вот надо кинуть вихрь по квадрату. Бенстиллер. 3 секунды. Вот хорошо. На. Хотел сказать, 3 секунды нету вихря. На боссе лям и вышел трэш. На боссе лям и вышел трэш. Это означает, надо правильно. Усилить дамаг по боссу, все правильно. Не-не, стопнуть. Стопнуть дамаг по трэшу и дамажить босса. Все правильно. Вот. У меня не будет на пол в тебя. Ладно, трэш добили. Можете давать Геру теперь. Вот, появилась зеленая лужа. Если в нее зайти, то повысится дамаг на 300%. Проверяем. Ты издеваешься, да? Они так купаются в лужах по КД. Еще и духи врежутся. Так, считаем, на кого врежутся духи. Вот зеленый. Дух это хорошо. Дух апает дамаг. Да, дух апает СПД на 5000. Дайте и нормально. Вот же апнул. Вот же, давай, сейчас ты захилишь просто за одно обмоложение, все. Так, ну ты тащи. Мурхика убила. Блять, а кто тебя убил? Мурхик. Его убил не прохил, он далеко стоял с тех. Да, там кто-то меня бил, потом я отбегал. Смотри, вот кого бьет. Фанатик, смотрите, вот убейте моба, вот этот фанатик. Вот его надо убить, к леди подвел. Убейте его. Вот зеленая лужа еще. Вот спасибо, что убили. Ну этот фанатик, наверное, двоих убил. Вот смотри, духа взорвали, получается, сейчас я скажу, кто. Мидарк, потом не люблю щиты, потом некромантика, а потом дух волка. Не хотят в Геру идти. Вы видели, дух волка взорвал духа, нахуй? Два раза, блядь. Вы видели эту хуйню? Нормально. X2. Хуя. Девочки, сколько там даешь? А, ты не первый даже. Ебать, ты 6-й. Хуёво. Да я лахую, блядь, меня ДКшник грипанул в это, блядь. Дал мне сало, я хуйня. Дай ему ГП дадим. Взорвало. Конкулятор взорвал духа. Конкулятор, ну чё за хуйня? Зелёного ты не видишь? Я ещё не привык, я в это, я давал... Ну хмели, блядь. Вот. Иннер, пожалуйста, по не люблю щиты. Давайте потом будете штуки свои травить. Не люблю щиты, хорошо. Это не шутка. Этот, Керус по не люблю щиты, да, Иннер? Хотя уже там лям остался, похуй, можешь не давать. Оставь на трэш. Наверху там сейчас трэш с флажками, убейте. Дракона пока не пульте, сейчас я 3 шмотки разыскидаю. Лук надо кому-то. Я вас запомнил всех. Было такое. Можно бы просто трэш пробежать, нахуй его убить. Мы убиваем всегда. Потому что его, блядь, потом кто-нибудь там затупит, затормозит, блядь, этот трэш сагрится, нахуй, будет висеть больно кому-нибудь. Человек бафнет, блядь. И мы пойдем развернемся и пойдем пиздить этот ебучий трэш, блядь, нахуй. Зачем, блядь, это делать, если его можно просто сразу убить и забыть? Зачем он это делает? Потому что он, наверное, пидор. Опа, осуждаю. Возможно, он гей. Ну, то есть, ну, задали вопрос, бля, я ответил, хули. Не, так по факту. Так, ностальгия. Ну, там и Вилан еще, но ностальгия повыше, так что вот те. Все, я сейчас портанусь. Кукмастер, пошли. Че там? Или че? Ну, осколок ждет, наверное. А ему что, осколок надо? А кто собирает у вас осколок? А кто собирает? Че за хуйня? А, хурюк же собирал. Хурю. Я забыл, бля. А нет хурюка? А есть. Злобный, ты все кинул нас, да? Да я хрен его знает, тупо в мир прогрузить не могу. Я понял. Ладно, тогда кто там, замена есть какая-то? Да, если кроме Лингерна есть замена другая, берите другого. Берите. Я понял. Лингерна или ШП. Лингерна берем. Давай Песа, бери. Песа, вот бери Песа, ну. Заходи, Песа, тут надо... Саву какую. Слышишь, Песа, тут нет, надо Биг Дэма передать. Мало Христов. Мало Христов нужен, блядь. Блядь, Рарник, у тебя... Ты как-то так или дамажишь сильно, или у тебя неистовство было, что-то не выкурить. А, Рарник не танк? Не, он ДД. Что-то, блядь, Илья хуёвый лагает. 47 косарей, да, у него урон.
Не, у него под 56 было сейчас. Он просто был танком на трэше, вот, может быть, не из-за сам не вырубил. А, я и забыл, блядь. Он у вас офф-танк третий. Ты идешь, да, Песа? Да-да-да, сумоньте. Так-так-так. Не, Песа он больше просто дамага даст. Я лингерному в ретрике не дам так, дамага. Так-то справедливо, да. Не, я и все сижу. Если люди вам нужны, вы говорите просто. Так а какие вы уёбки нахуй, Тури? Кто уёбок? Ну-ка скажи. Покажи, Ди. Кто рядом стоял возле меня с пойдом, блядь? Не, ну, а кто? Ник, скажи. Какой нахуй Ник, блядь? Вы никогда не можете тыкнуть ебаный шкаф. А, ты понял про что? Так бы и сказал сразу. Я в какой-то я в какой-то тыкал, но там потом сумонить начал. Не знаю, там уже, по-моему, прогрузились. А вот шкаф. Все, Песа тут. Я говорю, в шкаф тыкал. Ребав, дайте пройду. Я запустил, если что, берите ранс. Ребят, главное не перетыкайте. Не перетыкайте. Не забывайте вынимать. Не тыкайте, куда попало просто. Это, хочет кто-то в трубу? С войдом. Ты уже в трубе. Ну-ка, сейчас звезду поставлю. Вот, забегайте сюда. Раз на раз. Аллилуйя. Ой, блядь, гомик какой-то подошел, я ушел. Интересно, получится мне вот на вот этот шпиль запрыгнуть? Заебал, блядь. Да сука. Че, я скатываюсь, что это за хуйня? Это не шпиль, это конус. Конус, блять. Пойми нахуй. Иди Бородина танчи. Он хулюк запрыгнул. Сука. Прикинь, спрыгнул, блять, нахуй. Ладно, пойду я Бородина танчить. Блять. А, нихуя я пролагал. Все, летите туда. А че Довакин сдох? О, на ФК 2 минуты. Он же написал. Ну его бомбами закинуло. Ой, ебаный Сириус, блядь. Бля, это прикольнее, чем в рейде быть, когда наблюдаешь за людьми. Прикольнее стрим смотреть, да, слаган? Вообще прям прикольно. Не, ну, блядь, насчет лагов я бы тебе не сказал, что прикольно. Да, хуёво. Надо, короче, знаешь, что сделать? Акцию такую замутить, короче. А кто вызвал эту тварь? Кто вызвал эту тварь? Какую? Кто здесь горгулью эту сраную вызвал? Урюк! А что случилось? А она бьет Мурадина. И что? Да и пол. Нормально? Да, конечно. Нормально. Короче, знаю... акцию такую, что, блядь, нашему Релу замутить, короче. На новый компьютер. Ебана. Скинуть по косарю, прикинь, 25 человек по косарю скинет. Нихуя, так это минимум. Это я, получается, какую могу видюху купить? 20 нахуй. 20-50. 30-60. Зачем тебе видюха нужна? Ты, блядь, собери себе новый контент. 10 FPS. Смотри, у тебя уже на Алике идут скидки. Можно реально 30-50 выхватить на косаре 25-30. Да, 30-60 типа стоит сейчас, около 26. Не, да, блядь, бой, тебе видюха нахуй не нужна, ты чё? А чё? Тебе надо максимум, блядь, это процессор, оперативку, ну, и материнку, блядь, под оперативку и процессор. Угу. Вот и всё, больше тебе нахуй ничего, в принципе, не надо. Сколько сейчас стоит хороший процессор, материнка и... А, не хороший, а нормальный. Нормальный примерно рубасов 12-13. Mm. А оперативка DDR4 буквально 16 гигов, рубаса 3. Может быть 4. Вот смотри, DDR4, они же там по частоте еще отличаются. Вот 3. А, я не спорю. 3, больше частота, это... больше денег. Это хорошая частота или это мало? 3200 оптимальная. 200, на да? Данный момент, да. А остальное, короче, что больше 3200, это уже DDR5. Там я она и... Я чекнул, блядь, железо, оно нихуя подешевело, оказывается. Вообще, пока оно дешевое, надо брать, нахуй, я говорю, надо брать. Я просто это, я вот думаю, заказать себе, блядь, я с Алиэкспресса всяком собирал, там сейчас новые, блядь, сборки.
Я думаю, заказать себе. Слушай, Сань, а вот ты с Алиэкспресса собирал это, хорошо, все нормально там? Ну вот я сейчас на нем играю вполне, то есть у меня процессор Xeon стоит, этот материнка под него и видюха 1050, ну типа у меня нет его каких-то там... То есть у тебя там... соки 2011? А? Я понял, да я тоже ищу себе. Нет, у него процессорный процессор. И я материнка процессорная. У меня процессор... Ой, это не процессорная, как она называется? Серверная. Серверная, да. Ну, я знаю эти сборки, у тебя получается соки 2011. Ну, не, да, 2011, это, блядь, даже... Threadripper, нахуй, ёбан. А, ну да, по-моему, 2011, то есть у меня... Не, да. Это Threadripper, нахуй. Нет, это серверные материнки. Ну, ну, они сделаны по 2011. Threadripper, да, серверные Threadripper процессоры. Ну, как 2011. Бы, все нормально работает. Ну, что там процессор, по-моему, 16, а не 16, что-то, 2650, по-моему, стоит. Да, нет, просто нет. Их, видишь, в простонародье раньше их не выпускали, ну, как бы продажу сильно не выносили, потому что они, блядь, процессор, ну, ой, серверные, то есть. Вот их, блядь, ну, сильно, блядь, в простонародье не выпускали. Так, а вот эти Xeon, они хорошие? Неплохие. Они не хорошие, но неплохие. Он, если сравнивать, да, условно говоря, то я свой сравнивал с какими-то там i5, i7, да, по характеристикам. Да, можно. Смотрел. Они плюс-минус подходят. Ну, плюс-минус они равны. То есть, тут просто единственное, что дохуя ядер и... Потом, ностальгия тебе точно надо в RDD? Не оптимизированная, может быть проблемы какие-то. Так, ну бидон на офф. Спорю. Там одеялка еще ролит. А у него багруха, в принципе. Так кому с вас, блядь? Ностальгии за 50 отдавать? Или вам... А, смотри по шмоту. Не, ну, я так ее сролил. Если кому-то прям на мейн спек отдавай. Просто у одеялка тебе надо кап меткости или что собрать? А, давай, ностальгия. Я на ок сролил ее. Ну, хорошо. Три хила захилите, и неола, вот же и бидон. Не пульте, крашнул всего. Что потом захилит? Если не захилят, можешь я им и ГПшку ебашь. А не факт, что захилим с такими лагами. А, это кто сказал, бидон? Другой. Другой. А, другой это кто? Не вижу. Который не бидон. Давай, запускай потом пока. Ну, это понятно, что не бидон. А другой это кто? И я Оджи, Геншин или не люблю. Ставьте шкаф уже. Ага, смотрите. Который с ветками. С кем? С ветками? Да, это друг Оджи говорит. А, Оджи, ну, блядь. А есть фласточка ЛКшная на апу кого-нибудь? Я тут по КД лагаю. А, ты лагаешь по КД из-за того, что компьютер не вывозит или сеть лагает? Из-за того, что сервер. От сервера? От двоих надо сумонить. У меня FPS не страдает. Сумоньте быстрее, тыкайте. Я сумоню некромант. Блядь, а как нам пофиксить хуйню как в отсутствии 5% крита, блядь? Знаете, никак, нет? Нахуй. Тотем? Или что там есть? А, там ничего нету. Блять, я, ребята, за вами смотрю, нахуй, вот, блять, через стрим бой-то, нахуй, и болею за вас, давайте, нахуй, и башки, нахуй, 350 минимум FPS. Ты там что-то... Хуёво шуманим. Там что-то раскидывал, да, Геншин по пати? Ну ладно. Да я потом поменяю. Давайте, 350 FPS и не ебёт, нахуй. Короче, если смотрите, это, вот, если, он не если с метками хуёво будет, ну 3 хила, я думаю, нормально будет хилить метки 3. А вот да. Когда это, хуёво если будет, да, ДПС должно быть 350, я думаю. Может даже 360. Если что, гимны на хп есть. Не больше 350, стопудово. Давай, 365. Ну, посмотрим. Я да, ставлю на 365. Ты 350. 350, давай. Кто ближе? Забирай хуй пасть.
Я бы ебанулся так релить. У тебя лаги пизда прям. Да это вообще капец какой-то. Никогда проблем не знал, пиздец, конечно. Может, интернет хуёвый? Да это сервак, у всех лагает, просто у всех. Не, у меня, блядь, на шурке, нахуй, 35 кпс. Во, отхилили. Не знаю, это потому что... У меня вообще никогда лагов не было. Это прием ностальгия ресой Оджи, зальёшь Winner. И это самое, внимание, Довокин и Карипса, напуливайте трэш, когда выходит на любого из нас. То есть точечно выбирайте мобов, бейте их и под напулом это делайте. Да, и метки прохиливайте постоянно, потому что у них каждые 2 секунды уйдет урон. Мобы просто немножко посильнее стали бить автоатакой. Я бы вообще сделал. Они стали сделать нормально работать. Да. Посильнее. И да и то я бы их посильнее еще бы сделал, блядь. Чтоб трэш били. Было это все грамотно. Ну, тем временем 355, да, хуево. Отдай, Хукмастер, ну на нем же метка на тебе. Это танк виноват. О, ёбаный урод. Пидоры вышли. Ладно. Все, затаунти босса. Ну и это. Давай не зыбку. Отдай портунку, ну. Ладно, я дам. Там два ляма добьют. Ну, 357, смотри, видишь, к 360 ближе. Бой, ты выиграл, короче, можешь слингерны, короче, сотку забрать и себе кинуть. 355, нет, там прям 355 было, короче, ну, типа, на полтинник. 50... Ну, блядь, ну, забери себе просто, ну, я серьезно говорю. Да не, мы же на это не спорили. Я не обломаюсь, ну, почему? Мы спорили, как бы, типа, кто выиграл и кто не выиграл. Короче, сотка, не люблю щиты, ну... смотри, вот 10 тысяч, позор, блядь, что за хуйня, одеялка 13 тысяч. Так, 24, что-то от меня хочешь? Ну, ладно, тогда прощается. Авелания подрос, 13800, почти 14 дает. Ностальгия 14600. Что-то ностальгия не растешь. Что за хуйня? Карипса 15. Ну, нормально. А Керус у тебя что? Керус что так мало? Ты же 20-ку давал. 19 хотя бы. Недарк 16. Одикон 16. Неокрон 16. Консилиатор 17. Пойдет. Для 25-ки, да. Надо для 25-ки, да. Это... Да, это... Ну, осколок за осколком падает. Учитывая, что это хилов. Нихуя. Вы скажите это, короче, хулиндеринку, что, блядь, за последние, нахуй, 4 босса все осколки упали. Ну, хуей. Жесть. Скажите, 6 упало с 4 боссов. Блядь, завтра скажем, завтра скажем, нахуй, ну, хуей. Это второй осколок, он пишет, Хурюк. Да я знаю, что второй, я видел. Ну, все равно скажите, что 6. А мне осталось просто 18 осколков, но я добью в соло. Ой, мне осталось только начать. Это понятно. Кому-то начать, кому-то закончить. Это естественно. Да сука, если бы я знал бы раньше, что я вот так у меня будет, я бы собирал бы это хули. А то я всегда, я не могу, а то мне только разу продам. Вот не могу я собирать. Ну как ты не можешь. Можешь. Да не, вот 3 штуки насобирал, все, токен полутал. А, оказывается, 3DS надо, думали, а ты что. Да не, ты смотри, если у тебя есть твинк, ты можешь как бы как сделать? Типа твинком пойти, короче, рейду, ну, где помочь, все дела.
А с новым персонажем пойти собрать себе, блять, рейд, ну хоть целка 25 оп, и полутать осколки. Как я делаю? То же самое делаю. Это дело, вот. Что у меня время только есть на апгрейд. А, понятно. Не, ну я не спорю, я не спорю. Если у тебя время есть только вот для тенов, то да, заранее. Не, ну редко бывает так, что получается там играть, но ну, видишь. Я как бы, у меня есть время, допустим, на РТ, да, но я вот, допустим, сказал Войду, короче, типа, ну, что у моего персонажа, ну, как бы не ОФ, он главный персонаж, у него время, короче, на РТ только. Я не пойду с вами 25-ку нахуй паладином. В некоторых случаях тогда, когда, ну, когда я захочу. Вот у меня осталось, получается, 17. А может еще кого кинты на X2? Там знакомые, хорошие, там, товарищи. Нету. Это один. А у остальных 25 человек, когда не те ответы, ты поймешь. Зачем тебе кинты? Да может есть кто там на X2? Я в голду поменял бы. На X2 дал бы, а мне пришли на X4. Да. А. Нашел, блядь, дурака, как говорится. Там БВЭшка будет. Не, ну что, не, есть, пишут, я вот недавно менял так. Да, может кому-то надо. БВЭшка, кому голда нужна? Да, мелкий. Да, внизу. Ну, там щиток. Щиток? 200-й? Да. Да, да. Да. Да и нахуй нужен. А квест на Ланатель? На Синдру. На Синдру. Ебать, это самый дикий квест, который мы делаем, блин. А что там делать? Да там, в принципе, страдать. Ничего дикого нету. Там просто один человек, нахуй, ебашит, который с ФС-освобождёнкой стоит. Ебашит 5 секунд минимум, нахуй, ебано, на Синдру, и все, и квест 7 засчитан. Так что не надо, блядь, там, 5 человеком, который, блядь, стоит с ФС-освобождёнкой, нахуй, ебашит на Синдру, блядь. А квесты там. Там же всем засчитывают. На нахуй. Как дела там? Опа! Блядь? Опа! Ну конечно, на нахуй не ходит, а у всех 10% осталось. Это по-любому Геншин не в хиле, да? Или ты в хиле? Костер Аура поставь. А, ребятки, кстати, насчет танков, нахуй, насчет этой темы. Просто давай массакру там, блядь, или незыбку. Просто два каста и все живы. Я что-то не давал, думал, блядь, Геншин в ДЦшнике. Ну, а хули Геншин, нахуй, блядь. У вас два танка идет, правильно? Правильно. А дает один массакру, нахуй, допустим, а другой незыбку дыкашку. И все. И все живы. Получается ГП танком? Да, ГП танком, нахуй. Ну, блядь, ладно, прости как-нибудь. Хули не простить, когда сам танк. Сил, ты понимаешь, удар такой в сердце, такой, ну все, прощаю. Да, через боль. Да, через боль. Всем, кому должен, прощаю, да? Не, серьезно, просто вот сейчас, блядь, первый будет крик о прелести, нахуй. Прожмите незыбку там или массакру, вы определитесь, прежде у танков. Все равно два танка. А тут АОЕшки-то нету, тут влияет только, если 10 мобов на челика сядут. Это после истребления сразу. Нажимай. Да не, он, видишь, типа никому, ни по кому дамага нет. Просто мелкие на нас все. Истребление, блядь, по всем ебашит. Так истребление, просто... оно в независимости от срезок, оно все срежет. Понятно. ХП. А здесь две собаки, а прелесть та, которую, блядь, мобами дамажит. И какая там еще есть собака ебаная эта, вторая. Смотри, никого не убила. Вторая, короче, которая ебашит. А вторую мы уже ебанули. Понятно. А вторая, короче, которая ебашит, она, блядь, может в касс себе ебануть, ну, да. Такой мацок.
Вот и все, и ты упал просто. Ну там так и было, наверное. Ну да, так и есть. Что там выпало? Ленточка Unroll, нахуй. Вот, заводи Хэлла в рейд. Хоть помолчит. О, жрели Водина. Да я не в гов, да иди. Где Водина? Пиздите опять, да? Да там, там. Там, там, да, блядь. Вот иди ищи. Войда, не обманывайте, зачем? Ебать, они уже знают этот прикол, да? Не, в тот раз винтовка реально была. Там пацанов, пацанов вообще такие, это разборки в чате. Хрюк там прям разносит. По фактам. Что он там? Ебаните кулак по магам еще раз. А, про негров что-то? Не, про негров не надо, не стоит. Не, крона, одеялка, вы где? Пиздуйте сюда. Вот у вас на боссе 3 вайпа. Если вы вайпаетесь, давайте меняйте на другого человека. Вот и все. Так, короче, первый, кто умирает, короче, вместо него зайдет Лингрен, нахуй. Не-не-не-не, не первый, кто умирает. 3 вайпа, короче, и потом меняешь человека. Вот и все. Тот, который больше всего накосячил. Не, ну это себе, естественно. Да. Нет, все нормально. Споры должны находиться в трех разных точках. Одна под боссом, две на рендже. Блин, Хан, отстань от меня. Обновите его, пожалуйста. Мы же, как говорится, за вас болеем. Долго ждать сильно. Одного человека. Если так мы будем стоять, пиздец, мы когда что пройдем. Ребята, если вы, короче, ренджа и на вас спора появились, уходите в метки. Я чувствую... Если вы в миле, остаетесь на месте. Я чувствую, Лингрен где-то у топы заразился, ну, ебанул там, бухнул и пришел. Да не, я, да, я Рома себе взял. Нормально. Вчера топа пизделся, не Лингрен просто. У меня голова болит уже нахуй, я не могу. Пельмень в квадрат летит. Какой пельмень? Он накурился нахуй. Что за план капкан? Пельмень летит в квадрат, блин. Наш РЛ бы сказал... Чё, простите, табычка. Наш РЛ бы, знаешь, как сказал, сейчас твое ебало в квадрат превратится, блядь. Не, квадрат это бидон. Не, бидон не квадрат. Прошу извинить, нахуй. Он кубик, нахуй. А, точно, кубик, блядь. Я думал, он фури, ёб. Чего? Он будет первый сделал. А. Похвально. Без негатива. И без позитива. Я отличаюсь тем, что не говорю в рейд, когда вы рейдите, нахуй, лишние слова. Это да. Плюс один. Да, ты о рейде говоришь каждую секунду ебущую, блядь. Есть кого... негры в рейде? Есть, он есть. Он не говорит, это информация полезная. Есть, это хурю, это хурю. Я знаю одного негра, его зовут Нагана. Спора на выходе. Да, ты дрочишь на Нагана или что? Остальные два выходите. Почему дрочу, с чего ты так решил? Да, Full Raid про Нагана. Ну, был альбом в 2008 году, я его слушал, а после этого его не слушал. Он не только Нагана, там же еще Nintendo. Не, это я не знаю уже, кто такой. Это Баста. Это он же. Ну вот видишь, нахуй. Так что я не разбираюсь в этой хуйне. Я знаю только, что... У него там какие-то более танцевальные. Это я не знаю, это все хуйня. Да все. Курюк, напой Gangsta Paradise, пожалуйста. Не надо. Пока рано. Мы не готовы. Убейте сначала персонажа перед ебалом, который стоит. Пельмень под босс. Я слышал песню, знаешь какую-то, у типа ехали, короче, с работы домой, он меня подвозил. Я слышал песню, знаешь, как там пелось? Когда я смотрю на небо, я смотрю на небо, и все, я больше нихуя не запомнил. Ебать, вот эти две строчки только. А ГЦ, ребята, у вас никто не умер. Молодцы, негры. Мне показалось странно. Странная песня. Сильные песня. Слова, блядь. Нормально, нормально. У вас никто не умер, просто это вообще прям, ну, отлично.
Так, тут дай ноги. Ноги. Лингрен вами доволен. Да? Не, я доволен. Да не естественно. Блять, ну а почему я, блядь, 25-ку? Молодец. Люблю тебя. Все, он вас хвалит. Ну, сталкер, заходи. Ты бы еще консервных банок. Бля, душевный мужик, что переживает, реально там пам-пам, кубы подкидывает. Бля, красава, хэлла. Ну, просто бафает атмосферу. Ну, что ты не такой, что ли? Да не, нормально. Да? Я не могу... А не, наоборот, красава, говорю, что. Я говорю, почему что, блядь, я и Details показывают по-разному? Потому что Details лучше считать, чем SCADA. Не, просто DPS самое интересное считают одинаково. А ХПС по-разному. Тоже разный. Нет, ну ДПС чаще одинаковый. А без квеста кровь брать? Да, да. Больше показывает, чем Details. Нет. Квеста нету, кровь не получите. Нахуй идите, говорит. Так. Так. Квест есть, кровь есть, в игру не могу зайти. Ладно, не умрите. А где Хурюк? И будет квест. Благослови их, Линрен. А ты тосковый. Не могу такого делать. Хурюк, блядь, ты где? Ты тосковый. Там осколок же. Ты ж паладин, как не можешь. Ёбаный в рот. Блядь, у меня не включена аура выноса. Забирай. Это, ну поводишь, короче, хукмастер, я ебал бегать. Так, а можно вот эту хуйню выключить и кастерскую поставить? Спасибо. Пожалуйста. Отчет. Этабы еще, а? 5%. Ой, блядь, Биг Дэм изнылся весь, блядь. Ну, создавай сову, хули уже, блядь. Будешь бафать пацанов. Нахуй, нужна это вот сова, именно нахуй. Блядь. Вот знаешь, я вот рофлю всегда, не, без всякой хуйни. Может быть, я дурачок какой-то, блядь, но я всегда поражался, почему люди не хотят играть ответственными классами. Смотрю, значит, каждый раз, когда Биг Дэм собирает рейд, или Биг Дэм, ну, история, ну, любое тело, пишут, короче, ну, в чат, в DC такой, читаю, значит... И башка дамагером, да? ТЛК 10 гер, нит ГДК, нахуй, этот, ДЦ, РШАМ, нахуй, ХПАЛ, блядь, и сова, нахуй, и все, у них все остальное есть, нахуй. У них только нету хилов, сука, и танков, и совы, нахуй. Ну, я пишу вариацию, просто, условно говоря, тех, кто бы зашел. То есть я могу там перекрыть ГДК, я могу перекрыть там офтанка, да, то есть я могу. Да, это понятно, блядь. РДД и миличника. Блядь. Я про то, что предпочтительнее вам сыграть на классах, которые не танки, не да. Либо милит, да, либо это просто Я никогда не играл на друиде, мне не нравится просто сам класс. Я играл на друиде на коте, то есть мне тупо вот не нравится он. Все, на друидах одни негры. Я понял, нахуй. Осуждаю. Надо осуждаю. Себя осуждайте. А че, негры может, нормальные может, ребята, зачем их осуждать, блядь? Их не надо осуждать, конечно. Ну, они нормальные ребята, ну... Взять, Опак, беги. Взять да, того же Мартина Лоуренса, блядь. А, это Пас. Вообще топ, блядь, персонаж, нахуй, в кинофильме. Ну, Тури, вы видели, блядь, твой полицейский? Блядь, вот сцена в самом начале, я просто оборжался с нее. Короче, челики пришли банк грабить. Ну, в нем там сейф, и в нем бриллиант лежит, там большой, огромный такой. Ну и, короче, они подходят к двери, к этому это сейфу. Это бриллиантовый полицейский, да-да-да. Да-да, подходят такие, и там с ним напарник такой белый. Он усатый такой, прикольный. И этот Мартин Лоуренс, негр, спрашивает. А ты, говорит, знаешь, что нужно делать первым делом, когда грабишь сейф, нахуй? Нет, а что, говорит... Нужно проверить, не заперт ли он. Тут такой хуяк прислоняется. И такой шепот, он говорит, не заперт. Тут такой, что, серьезно? Да нет, говорит, шутка, это прикол. Говорит, ржет над ним. Того шары, нахуй, по полтиннику, блядь. Нет, там еще жить прям попал. А, это там, где негр умер, он понял. Не, он не умер, он главный герой. Осуждаю. Осуждаю. Опа. Нихуя. О, неужели мне объект выпал? Че, травмы не было, что ли? Объект. А вот это вот нормальная заява. Да вакин сотка, нахуй. А, ну просто подумал, да? Подумал апнет, да? Подожди, ты сам подумай, кому дать по сотке. По сотке? Ну, блядь, ностальгия, сотка, одеялка 10. Вот кому с вас дать? Так, ты подумай, кому лучше будет. На сову залупа, одеялка кто у нас?
Аркан. Аркан. Ну вот одеялки надо дать. Ностальгия, не против? Носовую хуйня, это краше. Ностальгии, давай. А не-не, одеялки лучше. Одеялка, блядь, нормально. Ностальгии не давай. Он слышишь? Там у него мейн аркан. Одеялка, или... слышишь прием? Успеха, тихо. Одеялка, у тебя, блядь, слишком много таких предметов пишет. Ты что, блядь, пытаешься меня подъебнуть? Давай по стилю тогда. Чё? У тебя пишет слишком много таких предметов. Может, у тебя уже есть такой один объект? Есть такая хуйня, конечно. Я же банки. Сказал, отдавай, блядь. Там распылы 10 рядом. Ну все. А, я понял. У меня офф аркан есть еще. ГЦ ностальгия. Вот Корсун. Я бы ностальгию не одевал, он в коте хуярит. Так а там никому больше шлуху не надо. Вы рофлись, я же нажимал. Да ладно. Подожди, кто нажимал? Бен. Бенстиллер нажимал. Бенстиллер. Слушай, я, может, не увидел. Я 10 нажимал. У меня офф-спек аркан. Я свечусь в аркан. Может, я не увидел. Это на стриге передай этому. Как скажи мне, блядь, Бенстиллеру. Ёбаный урод, таблица ебаная. На стриге просто он, блядь, в коте ебашит. Ну я думал, смысл. Да, да, это... Не, я, может, не увидел. Ну, ты по ИП-шке ебани, короче, минус О. А я уже ебанул. Все, чики-пики уже. Вот эта хуйня надо кому-то, нет? Сижу, думаю, блядь, а чем сова, блядь, такой ответственный класс, блядь, ответственный там приста, вара... Ответственный на втором боссе целкадывать. И нартанка не дать надо. Леди. И все? Все, все. Иннер дать, блядь. Иннер, да, да. Иннер по танку. Я считаю, это топ. Не, иннер по танку. Ну, сами просто крит дает. Так, нет. Ну, да, просто, блядь, я не понимаю, почему вот этот, блядь, вот этот класс, почему, сука, именно сове взяли, насыпали все, блядь, рейд бафы, нахуй. Вот почему... Я тоже не... Потому что она не дамажит нихуя. Она пушистая, мягкая. Подожди. Пусть хоть так будет полезный. Не дамажит Элием. Ага, хорошо. Почему ему не насыпали эту хуйни? Ну, Элим, блядь, тотем ставит. Блядь, фу. Элим полезно, у него есть сершам. Тури, блядь. Господи, тотем, да. Хукмастер, что делаешь? Какая твоя роль? Какие ваши доказательства? Там кокаина. Кокаина. Погодите, там это, короче, еще с начала рейда, вот этот, там линковал квест. А он хочет квест, короче, сделать на прохе. Не-не-не, забудь. Ты знаешь, как делать? Давай в другой раз. Не, подожди, время ты, не да, слушай сначала. Кто это? Хурюк? Хурюк. Чего? Консилер, ты хочешь квест сделать на ШМ, да? Ты знаешь, как делать? Ой, давайте это без квеста, блядь. Мы сейчас Не, подожди, 2 трая и все, и квест нахуй. Если мы 2 трая дадим, уже 12 будет нахуй. Да, давайте, ну, блядь.